этого года мы сделали турнир именно детским, потому что в этом, наверное, больше яркости и перспективы для команды, то есть профессиональной, и, соответственно, можем уже готовить кадры для Суперлиги. Стоять нельзя, здесь нужно постоянно двигаться, что нужно бежать. Остановился, все, это тебе сразу же прилетает в твои ворота ответка. Поэтому мы поняли, что лучше мы будем выкладываться на все 100%, не отдыхать, играть как в последний раз каждую игру. Больше всего использовали такую комбинацию, как скрест, там, где надо было, чтобы игроки чаще меняли позицию и больше взаимодействовали друг с другом. Это приводило к результату определенному, то есть у нас это хорошо получалось. И просто еще одна комбинация, которая у нас тоже проходила, то, что игрок просто забегает, ему сверху накидывают, называется воздушка.